Я снова зашел на самый забитый сервер. Я знал, что на этом сервере играют огромные кланы. И я решил попытать удачу и внедриться в один из них. I need to invite him. Он поверил. Я не верю, я просто не верю. И чтобы оказаться здесь, мы должны были пройти огромный путь, поэтому отправляемся в самое начало. Я заспавнился, как обычно, на пляже и увидел фармерка, который добывает дерево. Я решил с ним поздороваться и отправиться дальше. Come here, bitch. Тум-тум-ту-ду-ду-ту-тум-тум-тум-ту-ду-ту-тум-ту-ру-ту-тум-ту-ру-ту-тум. О май гад. Короче, у меня есть супер секретная тактика, по которой я буду делать сейчас грязь. Why you point at me, you say smart peepee? You have smart peepee. You smart peepee. You. No, you. 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 You smart peepee. I big peepee. Bye-bye, small people, man. Okay. Bye-bye, small peepee, man. Bye-bye, big peepee, man. Ну я на все 100% уверен, что вот здесь будет большой клан. И возле аутпоста 100%. Вот прям все 1000%, что он там будет. Поэтому я попытаюсь в этом вайпе что-то намутить. Проникнуть в какой-то клан. Но для начала мне нужно очень много спальников. Чтобы проникнуть в клан, мне для начала нужно было найти самый подходящий. Узнать их ники, поумирать пару раз и попробовать влиться в их отряд. Короче, работенка не из легких. Тут клан топ живет. Клан топ, надеюсь, это клан. Сейчас мы посмотрим, сколько их. Ах да, забыл сказать. Мне нужен был клан именно с тегом. И я даже вставал на их спальник, чтобы притвориться своим. Интересно, он меня убьет? А еще мне постоянно приходилось менять ники, чтобы поставить ники клановых игроков. What the fuck, bro? И когда он меня поднял, я даже на мгновение поверил, что вот-вот у меня получится проникнуть в их клан. Вот до этого момента. Я пытался снова и снова, очень много раз. Да вы задолбали, чуваки, реально. Как это работает? Yo, can you finish me off? Yes, I can. Влиться в клан Оби у меня не получилось, и я решил попробовать влиться в клан Бизизи. Их тоже было очень много. То, что они меня убили, это было мне на руку. Я зашел в их профиль и посмотрел, кто из их клана сейчас не в сети, и решил взять его ник. Я полностью скопировал профиль одного из игроков, кинул нескольким игрокам заявки в друзья и ждал, пока кто-нибудь из них добавит меня. 3 часа моих попыток дали мне понять, что это не совсем легко сделать, и в этот момент я уже потерял надежду, что смогу проникнуть в клан. Но тут случилось чудо. Мою заявку принял один из BZC клана, и я решил спросить его, играет ли он сейчас в игру Rust. Небольшой перевод, я у него спрашиваю, играют ли они в игру сейчас, он ответил мне «Да, братан!» И я ему написал, что я присоединюсь, в ответ я получаю супер важную информацию. Он мне пишет, как ты можешь зайти, если у тебя сгорел ЦПУ. А я ему сказал, что да, я могу поиграть сегодня с другого компьютера. Он мне сказал зайти в Дискорд, но Дискорда у меня их не было, поэтому мне пришлось выкручиваться из этого положения. Я сказал, что это не мой компьютер и попросил скинуть ссылку на их Дискорд. И не поверите, он скинул мне ссылку, понимаете? Серьезно? И заранее я продумал одну очень важную вещь, я же не могу с ними говорить, они же узнают, что я не Ремка. И поэтому я написал, что микрофона у меня нет. Hi, Remco. He was one of the guys that played with us last swipe. He's one of the OG members. Nice, lovely person.
Капец, я у них в клане сейчас. Fucking off, we shall. Я только что проник в какой-то клан. Я не знаю, что будет дальше, мне просто реально очень стрёмно сейчас. Лишь бы они меня сейчас не спалили, реально. Мне супер стрёмно, мне супер страшно. Хэмко is here? Yeah. You fix your computer, Хэмко? No, he's playing on someone else's. He can't really? Speak. Yeah. Okay. I need to invite him. Он поверил! И в этот момент я понял, что мой план удался, и я проник в клан. Ха-ха-ха! They've got a rocket! Oh. They're gonna raid. We're getting raided. We're getting raided. Oh my god, there's so many. Yeah. Take weapon. И понимаете, какое совпадение? Пока я ждал КД на спальнике, их пришли рейдить. И в этот момент я смог заполучить у них код. And they have empty everything. Ооо! Понял. А нашей базы уже нет. Их зарейдили, но это было только начало нашей истории. А вот и мои ребята. Пожалуйста, только не убивайте меня. Плес. Да! Да! Я тут! Я в их клане! Ну, как я понял, у них в планах построить новый дом. Отстроить новый дом? Если они отстроят дом, вы же понимаете, что я буду в их клане теперь жить. Хорошо, что их зарейдили. Я теперь смогу с нуля с ними построиться, какой-то клан развалить. Хэмко, hello? You're muted. He's not got his microphone, he can't speak, he's not on his computer. Oh, okay. И тут мы все дружно начали фармить на новый домик. И спустя 30 минут отстроили очень неплохую махину. Так непривычно, когда я ввожу пароль от этих чувов. И пока они занимались домом, я пытался выбить для нас пушечки. Так, я сейчас сделаю кое-что очень-очень умное. Never seen this before? What? Where? Я убил типа, okay. Блин, у меня бы хелпа. At who plays the door on upstairs, please? Where is Remco? Oh wow, he's over near our old base. He has 300 scrap and MP5. Can guys go help him? Ну вот и кто у нас самый полезный? Они не могут толпой нафармить скрап. Я им за одну чирку скрап нафармил. What the fuck is going on? Ремко, inside. You're here? Okay, can you cover me? We try to recycle some components. Okay. If you say yes, if you say no, use thumbs down, you know? Okay, yeah. Это реально гениально. Come on. Just give me a fucking gun, for fuck's sake. Stop this stupid... He's alone. Crossbow shit. Постепенно наш домик расширялся, мы поставили второй верстак, и наших ребят начали убивать на переработке. Я побежал им помогать. It's not solo, guys, it's not solo. I'm waiting. It's in front of you. Be careful, let's go. I'm sure you're gonna die. Ромка, kill them. Nice. You kill one? He killed them all. Yeah. All? Ромко, you're a monster right now. What the fuck? Ромко is... What the fuck? They're all loaded. Они постоянно умирают, а я постоянно убиваю типов. Серьезно? Так, они слишком много говорят. Меня это сбивает с толку. Мне проще бегать одному. И повыбивать им немного пушек, потому что они как-то очень слабенько отыгрывают. Супер слабо. По-моему, он кого-то здесь убил. Да. Hey, Ремко got a new semi and custom also. What? Two semi and custom. Can I play custom maybe? I mean, if anyone else wants, they can have it, but like... Hey, пацаны, ловите! На! 30 seconds. Yeah. It'll be gone very quickly. Ого! Drop all X for me. Exactly. Drop. What? Oh. Dude, Ремко, did you install the shit or what? Ремко is shooting, I think.
He's killing someone. Hey, he changed PC for cheating now. He killed two people, you see. Right now? Yeah. It's a joke. How does he see them? I don't know, man. Rimko, you're cheating or what? He's cheating. It's a fucking chat, that's what it is. This guy just shooting. I think Rimko took some drugs. He, like, he's not a normal behavior right now. Lucky kid. But why you can't use a fucking mic, Ramko? И в этот момент я уже понял, что они что-то подозревают, и решил поумерить свой пыл. И никого не убивать. Thermal, thermal, take it. I need to reload my game to see things for now only. Guys, everyone, change all the door codes. I'm banning Ramko, it's not a very good Ramko, it's ghosting. Чё? Они меня спали! И вот вы думаете, что я спалился по ошибке? Нет, скоро вы узнаете, как они меня спалили. Окей, guys, you found it, my friends. But I'm not hate your clan, you know? I just wanna play with you. What the fuck, guys? I'm not ruining Ramko, your bro, game. Dude, I am... No, listen. My IQ is over 9000, bro. My IQ is over 9000. You got busted, bro. I come online 2 seconds, I find you, bro. Oh, cheesy! Yes, ghosting out cheesy. Yes, I'm ghosting. Look at you. I'm help your clan. Cheesy, I don't hate you. I just want to help your clan, you know? Cheesy, what are you doing? Я проник в твой клан, как ты заметил. А как вы догадались? Подожди. Ну хочешь, мы можем тебе это. Короче, смотри, у нас у Рэмка сгорел GPU. Типа он написал, что он сегодня играть не будет. Ты, походу, поставил имя, ты немножко, короче, с нами поиграл. Но когда Ремко написал нам в Steam то, что, типа, ну, я поеду сейчас в другую квартиру, он такой говорит, в смысле, так ты же уже на севере. Ай, блин, это такое совпадение. Ну, это было весело, слушай. Ты что, ты... Что ты, говорю, ты хочешь с нами побегать? Да, я не против, типа, чё. Зато я теперь могу voice юзать. Okay. From Russia with love, my friend. Why you kick me? I'm really friendly. Can you hear me? Yep. Because you know it works because of Barty. Barty is a new player. And he said it was Ramko, so I believed him. But otherwise I would never have believed because I should have like noticed. Because as soon as Green told me, I already had dupes, because like, Ramko is not playing like this. Этот клан был не против, что я продолжу с ними играть. И зайдя на следующий день, они отстроили большой дом, но не очень практичны. Why do you say we never finish base? Because for it's 2 days, we never... Because we got raided twice, already. We never farm stone. We will farm stone, what do you mean? And we did. Yesterday we did, but we got unfortunately raided. А еще я забыл сказать то, что ночью нас снова зарейдили, и мы восстанавливали этот дом. Окей, пойду пофармлю, пока они там что-то делают. Возможно, мне это сейчас все пригодится. Нам нужна ткань. Ткани у нас нет. При том, что нас ночью это и приходили рейдить. Мы лутали очень много РТшек и даже собрались пролутать нефтянку. Но не тут-то было, нас пришли рейдить. Киляйся, мы нас рейдят. Сайди. Great, and close the door, the fucking... Inside the compound. I killed him? I killed him. I killed one more? I killed MP5. This one, on your... This one. Where is MP5? This one? On me. I need pistol bullets.
Yeah, yeah, inside base, in boxes, there's pistols there. I can pick you up. Take it, SMG. Я пытался сделать все, что возможно, но засейвить основной лут не получилось. Да и ничего страшного, мы засейвили дом. I have jackhammer now. Nice, good job. А еще я проследил за теми, кто нас зарейдил, и решил сбегать к ним под дом. И пока я относил МПшку, я встретил еще двоих налетчиков. Please help, I killed one. One more. On me. Killed. I killed him. Oh. Good job. Let's go help him maybe? I have so many stuff. I can wait here. I'm saved. И клан, который нас зарейдил, постоянно приходил к нам под дом. He needs AFK, no? No. No, he's fighting, he's fighting. One more dead. I can wait. Wait. One more? Oh, I'm dead! Fuck, I killed three guys, one left. Killed one. One left. I killed him. Yeah, oh, we got car, we got the car, we got the car now. Let's go. We got the car? Yep, full. No, another car. Please don't die. One on me. Dead. I killed him. Nice. Go to the base or what? Yeah, we have car now. This is a good car or not? Yeah, good, very good. Пока мой интернациональный клан занимался своими делами, строил дом и так далее, я старался выбить как можно больше пушек. Окей. О, найс. Я все сейвил и возвращался снова на замесы. Too low HP, but I go die today. No dead. To that. Exploding base. One more dead. I'm going on roof with multi. Give me info, where is the enemy? On me. For that. Kill them. Хорошо, я сечу это, я бегу с факелом. Ой-ой-ой, нифига себе тут. Блин, тут кибитка, слушай. Тут какой-то заплёв прям лютый. Дал хит одному. С арбалетом. Ха! Я бомжа убил! С чего? С арбалета. А, я вижу этих ребят.
У меня есть пас. Я бегу. Нас постоянно пытались зарейдить и рейдили два раза, поэтому мы решили переехать с этого дома. И отстроиться в пещере. Мы взяли абсолютно все наши ресурсы, и бежать нам пришлось очень далеко. Но мы решили рискнуть. Let's hope, bro. Let's hope we die, and then yeah. We can finally... Yeah, I really hope we die, so we can go on US main, and I can snowball all night, all night, all night. I go to outpost, guys. Okay. Go outpost, go outpost. Yep. Как только я добежал до аутпоста, я решил переработать все мои компоненты. А также я решил купить калашек. Найс. I'm blinded by the lights. No, I can't sleep in. I can't feel you. I say... The street is cold and empty. No one's around to judge me. Hello, Bratan. How are doing, my friends? I found cave. Go down, Papa. Yes, Papa is here. No, I, Big Papa. No. No, I, Big Papa. No, I, Big Papa. И наконец я добежал до нашей пещеры. Познакомьтесь, это наш новый дом. I'm hacking your base right now. Let's go outside. I'm going with a chainsaw. Пока ребята фармили дерево, я фармил. Но тут наткнулся на неприятную штуку. I'm... You're dead? Fuck! Yes. И любой ценой я решил вернуть этот калаш. Но когда я вернулся, я увидел, что мой труп уже залутали. И я понял, что этот домик в онлайне. Oh, what? What? I'm deep in the base right now, I have AK, guys. You have AK? Yes. Guys, come here. This base all loaded. Let's go, boys. Wait. Okay, wait. Wait. Break it? I have so big stuff, guys. We come soon. Like, we are going out of the cave now. 1 minute or two. We need to get raided, only one door. Right now. Нам нужно было зарейдить одну гаражку, но рейдить было нечем. Поэтому я решил вынести все спальники, так как понимал, что эти хозяева в онлайне. What base is it? 2x2? Yes. Shit, I have more stuff, guys. I have gear set. И в этом доме началась реальная дичь. Хозяева пытались вернуть этот дом, но я его просто так отдавать не собирался. This guy closed the doors, guys. Oh. I killed him. Nice. I got AK. I'm destroyed all the turrets, you can check. What, the outside one? Yeah. Just check. It's not destroyed, man. It's off. Yes, it's off, I told you. I killed him. Okay. Они меня не пушили, они постоянно пытались меня убить огненными турельками, которые переставляли. This guy have 200 IQ.
I killed them all. Nice. It's all open? Fucking gun trap. Fucking... Ребята выпускать меня из своего домика не хотели, а я не хотел им отдавать свой лут. У меня даже появилась идея пробуриться, но чинить бур было негде. I'm dead. What? Окей. Да, выбраться с этого дома у меня не получилось, но мы поняли, что у нас есть хорошие соседи, с которыми в скором времени мы будем воевать. Но они были не единственной нашей проблемой. У нас было очень много соседей, которые пытались нас убить. With one revolver, I kill one semi, one MP5, and four naked. To that. I'm coming. Be careful, two more. Yes. Papa, take. I just cover bodies. Yeah. I kill one more. One more dead. I'm dead. Crossbow kill me. Fuck. Two dead more. Outside the crossbow guy. Outside the cave. Three dead. Four dead guys. I'm coming. I'm pushing. I have bag. I have only 10 bullets left. I go loot a little bit. MP5. Loot MP5. Give me MP5. I killed them all, guy. Good. Papa. One guy. Yeah, I see. Kill them. Good. Another guy with crossbow, left side. Drop MP5. Other side on it. Yeah. You can loot, buddy. I just cover you. Yes, I just cover you. Take this. Okay. Thank you. I cover you. We not suck today. Good job. Woohoo! Ghost pick rusher right now. I do the tupai assassin bolt. Nice. We can change name your clan. What do you want to put? International Gamers. IG. Yeah, we can do that. Tripaloski. No. You are like, Stebro, I'm stuck, Stebro, please. I'm stuck in the closet. Help me, push my ass, no. Brother. I'm stuck on the couch. No, I'm stuck in the washing machine. Yes. Yes. Can you push my ass, brother? No. What is your name? You know me. We played before. Please, you guys killed me and took my stuff. I was working on it like 10 minutes. I'm playing alone. My shit back, please. I'm not taking your stuff, it's my teammates. Give my boots back, bro. Yeah, I give you your boot back. Are you fucking toxic, guys? Why? It's good. You killed Nakis again. Come, Papa Chase. Oh my god. My rust is crashing. Oh my god, nice. Зайдя на следующий день, я увидел очень много пушек. А еще я увидел огромную базу, которая сбила вертолет. И это были наши соседи. We have scapeli here. I'm not in the water. One, go! Headshot dead, one dead! Two hits, headshot dead! Two dead. One left side. One left side dead. Three guys coming, guys. I come back. One dead. One almost dead. N23. Give me gun. Give me gun, five. I'm dead. Three coming. Car is here.
Oh my god! Нет, да вообще забейте, шучу, пушила и плюс машина. Это был клан ND, и воевать с ними на тот момент нам было очень тяжело, так как нас было всего четверо, а их было больше 10, но мы не падали духом. You're living on O2. They're coming, papa. Yes, yes, I can. They're coming. You need them? One dead. Okay, I'm coming. Let's go, baby. Yeah, my love, yeah. Oh my god, we're dead. No. Are you see this base really shit? Oh my god! Jesus! It's like a... This base really shit. Papa. ND again. So many times! Why you not dead, fucking idiot? А еще у нас появился коптер, поэтому мы решили ограбить территорию клана ND. Dead too! Валюты! Комкарди, fast! Yeah, pick up me! Jump! Let's go! Go on the roof! Top of you! One of the alley. Okay, take it, this copter. Oh Jesus! Go! Run! Yes. I hear. Are you farming the cave? Yeah. Good job. I'm running. Good job. I'm alive. Come. I make a copter base. Nice. Stay here. Open, please. One more. Go. Come inside. Go. Okay, we stay one. Good job. Woohoo, baby, let's go. Two copter easy. А потом мы начали наглеть и решили забрать у них как можно больше сетов. I give you ammo. Don't worry. Okay, go loot this body. Прыгай. Go, Харди. Fuck, sorry. Go. I'm fast as fuck, boy! Go. Kill them! I have more, okay. I'm dead! I killed him! Pick me up! One more! I killed him, double headshot! Pick him up! On to heli, just run away! I killed him all! Take it, heli, Hardy, and go back! Oh, guy is behind, in front of you! He's down! Are you dead? I killed them all, again. Take heli and pick me up, please. I killed them all again. Ну а пока мы ждали, пока наплавятся серые и остальные ресурсы, мы решили пофоткаться в своей пещерке. Say cheese. Yeah, cheese. Oh my god, look at that picture, look it. Nice! Look at me! Oh my! African girl! Can you scream now? Just scream! In voice, scream! give me! Oh, look at that shit! Sydney! What do you say? Move your ass? Repeat again, move your ass. How do you say, Papa? Шевели булками. Шевели булками. Сидни, шевели булками. How do you say, repeat? Тупой. Yes.
Тупой Сидней, шевели бульками. Неподалеку от нас начали рейдить ракетами, и мы решили туда сходить и посмотреть. И как оказалось, рейдил клан МД. Да-да-да-да-да! Nice, fire! Six guys coming! Careful, guys! I have rocket! Go to the cave! I go from behind. Who's looking down the cave, guys? It's him! I'm dead. I killed him! There's one guy by the bucket! I save all! There's one guy by the bucket, guys, just know. I'm taking the key, I take it full gear. И этот клон просек, что мы жили в пещере. И они постоянно пытались нас крысить, но мы-то не глупые. Inside cave. You think inside? You're inside? Yeah, yes. Yeah. Okay, listen to me, where are you? I don't see. We went left. Don't go. One more. Four more. Go back. I'm dead! Push! One just, one left! Two! One dead, one more! He's looting! Go! Pick me up! Yes! Good job! Good fucking job! I cover outside! Go loot! Put torch! Мы очень сильно хотели зарейдить клан НД, но на них нужно было очень много ракет, поэтому нам приходилось очень долго фармить. Бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как Харди называет меня папочкой. Папа. Yes? Take it drill, go far. I have more. Okay. Сдалека вам, возможно, было не видно, но рейдить собирались мы вот эту махину, в онлайне. Let's go, давай иди нахуй, блядь, окей? Yeah, this guy here, come here. What are you running? Inside. All dead? I killed him. Go roof, protect. I'm coming. I can't. Boost me. I have wooden ladder. I boost you, guy. I shoot them. No. It's too late. Okay, let's go. Two dead. Three times, right side. One dead. Three times, right. No, I killed two at the first time. I headshot one. Three times, I killed two. Nice, I'm pushing. I think I killed them all. Oh, what? Yes, farm, man. Be careful, okay. The roof camp. I take ulti, Why is the other one here? I told you, Pepe guys. Fucking noobs, Pepe guys. I have too many cloths. Kill them. One left. Come to me. No, come to you. You come to me, man. We need to push and loot fast. Oh, there's a guy on the rock. Мы сейвили нашу выбитую добычу и возвращались снова на эти же замесы. On me! You dead? I'm dead. One on me. Но, как вы понимаете, не всегда нам везло. У нас были ракеты, и мы знали, где живет большой кланчик в маленьком домике. И мы решили попытаться их пробахать. Ну ничего, клан НД. Мы скоро и за вами придем. Wait, one dead! One headshot, one dead! Newman, you
Yeah. You guys can get direction? Wait, go, is the old cave? Yeah, go, go, boom, boom, boom. You have boom! Tarmac. Wait, wait. Grara here. Where is boom, boom, more? Kill him, kill him. Green, you have rocket. Yeah, I have one rocket, I come. We need one rocket. Okay, I'm coming up. Your rocket, next. Go fast, man! I have one more. Oh, behind. I'm dead. He's behind, behind the small rock, bro. I'm dead too. Этот замес мы проиграли и потеряли 5 ракет. И в этот момент мы решили, что любой ценой мы зарейдим этот домик. Эй. Tell me why you are so dumb. Why you so bitch? you are big cock, cheese. Yes, I big cock. Cheese. Yes. When I come to Russia, I call you and I fight with you 1v1 and I beat you. No, it's really easy for me. No chance to fighting against a Russian man. No, yeah. I'm more better than Russia. I'm from Serbia. No. This is better. Don't shoot! What are you doing? Kid, I killed two guys. Shut the fuck up. Oh my god, you suck, I think. I killed him! Shut the fuck up! I need help! Papa, idiot! No, I don't help you. Let's go, Mortal Kombat! 2-2-2-2! I killed him! I save your ass right now! No, you save your ass, bitch! I love to play with you, papa, you are so funny guy! Короче, фарм ресурсов у нас проходил довольно весело. И вот самое страшное, что могло произойти, это то, что за время фарма клан ND сгнил. Это очень обидно. Но у нас был ящик ракет, и мы знали, куда мы их можем потратить. Papa, take this. Nice. Now I'm big, Papa. Начнется хаос, особенно вот это вот очень угрожающе выглядит. Реально, сколько их тут? Bags. Everyone plays bags, free bags. We're locked. So what? We ready? Be ready, we pump along the left side. We ready? You ready? Free? Ready. Let's fuck them up, boys. I look at those. Wait, they are not here? I think they're roaming maybe. Because yeah, they were roaming. Here like 1 hour ago. I see, two guys coming, 200. 200, full gear guys. Kill roof camper. Wait, where is the... Did you loot the body? Зарейдив одних своих противников, мы отправились рейдить сразу же других. У нас осталась самая малость ракет, которую мы хотели вбахать в наших соседей руфкемперов. Смотри, сколько их. Okay, let's make these kids regret to roof camp, guys. You ready? Three? Yep. Two. One here. Okay, perfect. Tourist. Yeah, I know. Don't go. Rocket with me. Listen, the base behind you, they're opening doors on this base here. Shooting. On that side. Oh, outside. Got him. Keep forgetting, same spot. I can't move. Please, HV rocket. Yeah, I'm destroyed tourists. Yeah. It's GFB, Tarmac, it's Krish. You remember Krish? I don't know. Be careful, guys.
Okay, it's wooden. Stone, stone. There is player behind the bridge. Behind you, behind you. Psych, behind you. Hey, good. Behind us, base. Okay, man. Okay. I'm dead! Okay. There's a over here! I got the DB guy. Whoever got DB, I'm to kill! I'm dead! Come on, Fortis, counter's behind! Killed one. I'm dead! Who died? I'm dead! M2! M2 killed me, I'm coming! DC destroyed, right now. Yeah. I don't know. Right side dead. Зарейдив одну вышку, мы приступили ко второй, так как там сидел пулеметчик. Сзади блочка. No, don't go. Kill crossbow. Watch out, they're gonna roof camp us from behind us. Karma, where we rocket? Bam bam! Yes! Nice, dead! Destroy again trap! Dance trap! Left. Yeah, nice. Destroy Gunter. Bunker. Kill him! No, don't kill. He's low HP. Is he dead, Hardy? Yeah, he's dead, but he take it. He close garage door. No problem. Лут на этом сервере нам уже был не нужен. Мы рейдили, чтобы просто выселить. И поэтому решили полностью загриферить этот дом. I got push! Push, guys! Вот на такой счастливой ноте история подходит к концу, и надеюсь, она вам понравилась. Ведь мне кажется, это реально что-то нереальное, как бы странно это ни звучало. И под конец я, конечно же, решил сфоткать этих ребят. Не на фотоаппарат, на Дилда Бэггинса. And say cheese! Cheese! Tarmac, come here. It's for you. Perfecto. Hey, Papa. This is for you. Да, это конец. И спасибо всем, кто досмотрел этот ролик до конца. Вы реально красавчики. И вот знаете что? Я задолбался монтировать этот ролик. Реально, у меня программа вылетала 50 раз за этот монтаж. Это просто кошмар. А еще я хочу сказать огромное спасибо клану BZZ. Спасибо за то, что они реально оказались адекватные ребята. Thank you for this vibe, BZZ. You really nice guys. See you later. And Tarmac, I want you to know. Combat 10-0. Bye. А вообще, я безумно рад, что мне удалось заснять уникальный контент, который действительно уникальный. Я проник в клан, попытался им помочь отыграть, они узнали, что я не свой, и выгнали меня из клана, потом приняли меня снова. Реально, развязка как в каком-то кино. Понимаете? И я был бы очень признателен, если бы вы поставили свой лайк и оставили комментарий, если вам понравился этот ролик. И даже если не понравился, вы можете написать почему. Ну а еще огромнейшее спасибо каждому из вас, что вы ждете мои ролики. Желаю вам не болеть, ну а я погнал чилить, потому что я реально задолбался монтировать этот ролик. Подождите, я уже говорил, что я задолбался монтировать этот ролик? Ах да, я задолбался монтировать этот ролик. Все, ребят, всем peace.